В эфире прогноз погоды. Здравствуйте, с вами я, Мария Мордвинцева. 16 сентября отмечают Всемирный день работников леса. Чуть позже я поделюсь с вами своей информацией об этом дне, а пока о погоде в Туле и области на ближайшие сутки. В городе Алексине плюс 14, плюс 20. В Ефремове плюс 15, плюс 21. В Белеве плюс 15, плюс 21. В Новомосковске плюс 14, плюс 22. По прогнозам на 16 сентября температура в Туле будет колебаться от плюс 15 до плюс 21 градуса по Цельсию. Преимущественно облачно, возможен дождь. Влажность воздуха составит 66-90%. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Магнитосфера Земли спокойная, магнитных бурь не ожидается. Считалось, что если в этот день сделать генеральную уборку дома, то это верный способ приобрести благополучие и счастье для всей семьи на целый год. На сегодня у меня вся информация. Всего вам хорошего. С вами была я, Мария Мордвинцева. Увидимся с вами завтра в это же время.